20 апреля в Кашхабльском районе состоялся выездной прием жителей управляющим отделением Пенсионного фонда России по Республике Адыгея Аскарбием Куловым. С вопросами обратилось 15 человек. Вопросы посетителей касались в первую очередь размеров пенсии, порядка назначения ежемесячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты, о повышении пенсионного возраста, вопросов отчетности и многое другое. С каждым посетителем у Аскарбия Кулова состоялся обстоятельный разговор, в ходе которого управляющий отделением подробно и доходчиво разъяснил все имеющиеся в каждом конкретном случае нюансы и обстоятельства, а также действующие положения пенсионного законодательства.